Я нахожусь в Бурабай. У подножия скалы интересной такой. Она такая вся в выемках. Боровое. Также называют русифицированные названия. Потому что слово Бурабай, двусложное слово, двусословное, состоит из слова бура. Это самец верблюда. Ну, обычно в это время, в мае, у них начинается гон. Глаза наливаются кровью, они ничего не едят и гоняются за самками верблюдец. А холощенный верблюд называется атан. Ну, то есть, которого кастрировали. А бура, вот, как верблюжий жеребец, самец. В полном соку, силе, и он такой бешеный бывает. Вот эта местность, эта гора названа Бурабай, потому что издали похожа на вот этого самца верблюда. Вот я иду к скале. Ну, отсюда вот видно озеро, проглядывает. И там проглядывает. А тут интересная такая скала, вся в выемках. Ну, вот я с утра пошел, сделал на хамусе ритуал приветствия духов. Внизу еще подножие. И потом пошел. Вот прямо из расщелин растут вот эти сосны на самой верхушке. Отсюда тоже видно озеро, берег тот, где город он или поселок Бурабай расположен. А там соседняя скала вот. Вдали какой-то стук раздается. Вот внизу видны красные крыши санатория Бурабай. Этот санаторий тоже носит такое же название Бурабай, как и сама местность. Состоит из нескольких корпусов. Номер первый корпус, главный корпус, находится где-то в 5 километрах отдельно, то есть она разбросана. Вот такое вот утро. Утро моего дня рождения. Сегодня 12 мая. Я вот хожу по местности Бурабай. Забираюсь вот на скалы. Прекрасные виды тут.
Разлита такая тишина, но где-то там на том берегу что-то стучит громко. Вот это немного диссонанс такой носит. А так и красиво, и тихо. И птицы летают. Вон наверху завис орел, наверное, или кто. Вот он парит в вышине. Если его, конечно, видно. Я-то вижу, а камера охватывает или нет, не знаю. Второй висит. Они парят. Два. О, вниз как пошли.